Тренируем грудные мышцы и мышцы спины. Эфир будет короткий. Разберу два, может быть, три упражнения. Какие есть вопросы, спрашивайте. Расскажу, покажу. Как ты накачался, спрашивают. Ну, всего лишь 17 лет тренировок. На самом деле режим тренировки, питания, восстановления. Не легкий, не быстрый процесс, да? Но, тем не менее, реальный. Тяга блока сверху. Рабочая группа мышц. Мышцы спины. Широчайшие мышцы. Ромбовидные, трапециевидные. На тяге работают у нас бицепсы. Статики работают предплечья, да? Ну и хват, соответственно. Основное здесь движение. Сводить лопатки, да? Тянем и сводим лопатки. Ну, прожимаем. В таком режиме тренируемся. Тяга блока сверху. Именно ширина спины. Часто спрашивают, как накачать ширину спины, да? Подтягивание, тяга блока сверху, тяговые движения. Но с правильной техникой обязательно. С правильной техникой — это залог успеха. Водичку пьем по мере жажды. Организм просит — пьем. Не просит — не пьем, да? Не обязательно пить сразу там литр. Стаканчик, полстаканчика. Сделаем еще один подход. Жим штанги лежа. Еще раз обращаю внимание, важна концентрация при жиме грудными мышцами. Легли, свели лопатки. Вывели грудь вперед, вдох и выдох, прожимаем, именно грудными мышцами работаем. Самая частая ошибка, когда плечи уводят вперед, жмут вот так, соответственно, перегружаются передние дельты, руки, грудные не работают. Чтобы работали именно грудные, жмем и стараемся их прожать за счет концентрации. Поехали, покажу сейчас еще подход. На штанге 105 килограмм. Это мой рабочий вес. Локти под 45 градусов. Нет, не под 45. Локти у нас, они чуть ниже уровня плеч идут, но они не под 45 градусов. Не надо их слишком сильно в сторону растопыривать. Вот. Ну и не уводить слишком низко. Если низко уводишь под 45 градусов, больше трицепс будет включаться. Небольшой угол, буквально градусов 15-20. Ну вот сейчас смотрите, как раз покажу подход. Использую небольшой наклон скамьи. Да, градусов 20, правильно, небольшой наклон скамьи по двум причинам. Я так лучше чувствую накачку грудных мышц. И второе, меньше прилива крови к голове, да, опять-таки давление, чтобы не поднималось. Небольшой наклон скамьи использую. Мне так делать комфортно. Пробуйте, экспериментируйте. Погнали. Выполнил 10 повторений, по ощущениям как раз пару раз в запасе осталось. И сейчас еще подход тяги блока сверху.